это мы вчера увидели. Дай бог, если оно все согласовывается, мы уже можем этим заниматься. Вот у нас запланировано, что все эти там тунки, да, деревья декоративные. Ячеисты по потолку, по высоте, по всему остальному. Что у нас дальше? Это выездное заседание комиссии, фактически, которое у нас проходит каждую неделю по этому объекту. И там объект стадион «Спартак» точно так же проводит каждую неделю вот такие рабочие совещания, на которых контролируются технические решения, на которых контролируются сроки, работа подрядчика. Для того, чтобы сдать объект в срок, а у нас срок четко понятен, это 1 сентября 2018 года, сюда должны пойти дети в эту школу. Работы не останавливались и зимой, и работает в субботу, поэтому тут у меня это отдельная благодарность подрядчику за его подход. И даже в плане сегодняшней такой рабочей встречи на этом объекте многие вещи надо будет переделать. Переделать и не потому, что кому-то захотелось, или не потому, что даже проектанты неправильно сделали техническое решение. Мы хотим все-таки, чтобы эта школа была действительно примером для других школ и для тех объектов, которые мы начинаем, социальных объектов, которые начинаем реконструировать или строить в городе. Не обязательно много денег тратить на там подшивку потолков и так далее. Можно просто дизайнерскими решениями сделать красиво и при этом не потратить на бюджетные деньги. Есть своя логика. Может, проектанты правильно запроектировали те же санузлы, те же там умывальники, но из логики детей, их надо все-таки сейчас будет чуть-чуть перенести или увеличить эти площади. Поэтому идет рабочий процесс. У нас каждую неделю проходит планерка по этому объекту. Для нас он один из приоритетных на этот год. На данный момент потрачено около 30 миллионов гривен. И изначально, когда мы планировали просто провести реконструкцию того корпуса, который фактически был демонтирован, сумма была общая около 30 миллионов гривен. Но мы посмотрели, что в центре города школы перегружены. Часть школ занимается, дети занимаются вторую смену. И мы увеличили фактически на 420 мест количество классов в этой школе. Фактически это еще одна новая школа строится в центре Житомира. С большим спортзалом, с большой столовой. Поэтому денег будет значительно больше потрачено. На этот год у нас уже запланировано из городского бюджета 10 миллионов гривен. И мы ожидаем поддержку со стороны фонда регионального развития еще там больше 20 миллионов гривен. И этого должно хватить для того, чтобы закончить этот объект полностью и до 1 сентября ввести его в эксплуатацию. Я думаю, примерно процент готовности сейчас на около 70%, если брать саму школу, потому что у нас осталось полы, наливные полы и уже чистовая отделка в большинстве. Все коммуникации заведены, электрическая часть сделана, все коммуникации подключены, она уже подключена к системе централизованного отопления. И еще достаточно большой объем уже с наступлением тепла, это благоустройство школьного двора, строительство футбольной площадки с искусственным покрытием, строительство баскетбольного поля и благоустройство территории самой школы.